А сейчас мы с вами идем в магазин, где будет обзор товаров в топ-маркете. Вперед, друзья! Топ-топ. Пришли в магазин. Хотим показать вам, что здесь продается в большом количестве. Лукум, разные печеньки, вафельки, птичье молоко. Шоколадный лукум. Тут все печенье и вафли. Тут чипсы. Мушмеллоу. Так, ну эти все салфетки, шампуни, гели и прочее, зубные пасты. Особо не хочу останавливаться. Так, быстро пробегу. Ну-ка, Фэри, сколько здесь? 65 динар. Опять печеньки. Конфеты аж по килограмму сразу продают. Какие божьи коровки. Вот такие мы покупали. Мне не понравилось в Черногории. Я что-то большего от них ожидала. Так, сюда. Тут порошки, всякие моющие, стирающие вещи. Так, тут опять печеньки. Фиксики, разные печеньки с начинками. Так, тут о, у них пряники тоже есть, смотри. Ну, зайдем на обратном пути, я там хочу шоколадку купить. Сюда? Да. Конечно, зайдем. Просто вечером, потому что начинает расплавиться. Угу, конечно. Превратится в нутеллу. Главное, не забудь. Не, я не забуду. Ну, наверное, водичку еще, да, купим. Угу. Супер. А, кофе он такой. Кофе, кофе, да? Любит. Растворим очень. Ты любишь? Нет, они любят. А, они очень любят. Много классиков. Вот халва всякая разная. С фисташками, шоколадная. Вот это вот вкусное. Мне нравится. Коричневая. Угу. Всякой разной халвы. Люблю халву, а вот лукум прям, фу, терпеть ненавижу. Неужели кому-то это может нравиться? Наверное, нравится, раз думаю, покупают. Нравится, конечно. Может, подписчикам нравится, кому-то стоит. Ну, может быть, и нравится, да, это дело вкуса. И вот это интересно. Мармелад. Лукум с какао, да, интересно. Ну, просто он такой, хотя, а вкусно, да. Одно и то же. Хочешь, давай возьмем. Не-не, большая такая. Так, пойдем туда, пройдемся. Это кофе. Ой, кофе 12 вообще. Угу. Так, тут разные чаи. Ромашка. Индийский чай, который у нас на завтраке как раз. Ага. Клубника с ванилью. А вот зеленые они почему-то не положили. Зеленого чая нет на завтраке. Да? Я со своим ходила. Мы купили и ходили туда со своим. А то смотри, даже шиповник вон как. Угу. У нас в аптеке такой, да, у них прямо угу. В магазине. А это с сотами или что, смотри, ромашка? С сотами? А что это, не сотами? А соты, да.
Это ромашковый чай с медом. О. Кто простудился? Будет полезнее, наверное, конечно, да. Всякие мюсли, хлопья разные, какао, мед, мармелад. Вкусный, наверное, да, джем, мне кажется, вот они хотят. Наверное. Ну, сколько всяких разных. Но вести тяжело. Но вести тяжело, это вообще. Это груша или айва? Айва, наверное. Вижу отсюда. Джемы. Ой, это типа лечо. Слушай, наверное, обалденно вкусное. Мне кажется, вот это у них очень вкусное все. С перцем много всякого, с паприкой. Да, они тоже вот как в Венгрии с паприкой, с перцем любят все такое. Ну, кстати, не очень острое, да, блюдо? Нет, не острое. Иногда попадалось. Огурчики. Ой, какая вкуснятина. Не могу. Я так люблю вот эти вот всякие вот такие вот баночки. Типа аджики, лечо, домашний блак. А это горчица, да? Уж горчица. Ой, там баклажаны. Ой, какая-то типа паста, да, или соус. Баклажаны, да, да, да. Чеснок, лимон или лайм. Ой, это, наверное, вкусняшка. Уж так дешево. Угу. Меньше евро. Угу. Потому что у них тут этого очень много всего. Ой, какие вещи, не могу. Домашний айвар. Ой, я бы от этой полки не отходила бы. Хлеб. Хлеб, конечно, только белый, как везде за границей. А вот есть тоже ржаной хлеб. Смотрите-ка. Есть. Смотри, ржаной хлеб есть. Угу. Думала, у них нет вообще французский хлеб. Пицца без начинки. А нет, начинка. Но без холодильника. Ну да. Так. Здесь кофе. Да, и да. Кофе они мне хвалили, вот такой вот я привозила из Черногории, нам не понравился. Так, млеко природный вкус. Так, давай покажем сыры, пройдемся, йогурт, мне понравилось вот это вот розовое, это просто бутылочка, конечно, ну, да. Красиво, да, смотрится, каймак, вот их знаменитый сыр, но это каймак, такой плавленый сыр. Хочешь милку? Нет, просто посмотрела, что это. Милка такая, типа киндера, мороженое. Ну, вот так. Ага. Брынза. А вот масло у них невкусное. Совсем невкусное. У нас масло очень вкусное. А здесь такое, как маргарин. Вот по вкусу, фу, просто маргарин настоящий. Химический вкус какой-то. Угу. Не маслянистый. Угу. Не сливочные. Сливочные, да. Сыры. Вот их кашкавал, знаменитый сыр. Вообще кашкавал, это же есть сыр.
Дунайский. По-моему, Ворскинки Дунайский. Это сыр и есть, да? Это кажется, что... А как же назывался? А, негужский сыр. Это был тогда в Черногории негужский сыр. Тут разная мясная нарезка. Пршут я вчера весь скупила. Смотри, больше не положили. Кончился. Где они уже? Вот здесь вот были. Надо завести. И уже нет, все. Коцка маргарин. Вот много всего вкусного, но всего не скупишь, всего не увезешь с собой, это понятное дело. Тут всякие орехи, сухофрукты, напитки. Супы, паштеты всякие разные. Большой выбор паштетов с разными начинками. Угу. Какие хочешь здесь. И такие дешевые. У нас они вообще уже 80 центов стоят. Вот такие маленькие у нас 80 центов. Угу. Представляешь? Мне кажется, и дороже есть. Больше есть, евро. Ну, наверняка. Ну, вот такие маленькие, я имею в виду. Это все паштеты. Так, там внизу. О, сардинки, смотри. Сардины. А вот все рыбные консервы здесь. Ну, на макаронах не останавливаемся. Кетчупы, майонез для Цезаря. Я что-то думала, у них нет майонеза. Они спрашивают даже, вот когда вот майонез пиццу приносят, спрашивают, вам с кетчупом или с майонезом. Нам то и другое. Можно побольше. Оливковое масло. Можно было купить, но невозможно, говорю, тяжело. Правда? Все это тащить. Тащить-то ладно, самолет повезет, а вес, перевес. Смотри, тыквенное масло. О, вот это очень полезно. У нас, наверное, нет такого, да, тыквенного? Ну, где-то наверняка есть. Думаешь, есть? Я думаю, конечно. Масло от семки тыква. Угу. Ну, я думаю, не может быть прям такое. Тут замороженное. Мидии, мы вспомнили то, что я ела. С чем я ела пиццу? Вот они. Мидии. Ой, бр. Ну, ради бога, кто любит, ну, приятного аппетита, кушайте на здоровье. Я даже могу свою порцию отдать. Переслать. Вот эти все, да? Куркума, вот эти вот приправочки тоже хорошие у них. Кокоши знаменитый их суп. Кокоши. Кокоши и Татоша. Вот. Ну вот, все. Теперь мы возьмем водичку. Или возьми мне вот эту. Ой. О, смотри, зацепилась за платье. Возьми мне эту пелистерку с газом лимонную. Вот это очень вкусное. Она как кола, но это травяное. Очень приятный вкус. Ну и напиточки. Не знаю, за напитки, наверное, забанят, поэтому я так издалека. Вот такой вот обзор магазинчика. Мы заходили в большой такой маркет. И что-то там выбор не такой хороший, как в этом маленьком. Пиво здесь. Так, все, друзья мои, на этом конец обзора магазина. Соки. Соки можно показать. Это не забанят. Разные соки.
Вот. Все, ребят, на этом пока-пока.